Алло, ебать. Малой на большом, блядь. Там разъеб, скажи честно, нахуй. Меня там обоссали. Ну, короче, я просто как Лёшка Хардплей. Есть за что пояснить. Есть за что страйк кидать? Или да. Нет? А, нет. За что пояснить? Не, ну ясен хуй, чуваки. Блядь, Not Stones. Блядь, ну тут вообще такая, конечно, блядь, превьюха. Мне понравилась, блядь. Ну шо это, ёбаная мокрица, блядь. Это за то, что я тебя в мафии не убил или убил, блядь. Я не понял, блядь. За что это вот эта вот хуйня сейчас всплыла? Сразу спрашиваю. Так, поехали. Значит, серф, прекрасно, я комменты почитал. Потому что, братишки, ты пошел играть в Майнкрафт, блядь. Все, заткнулись. Кланы на Твиче — это некие группы стримеров, которые создаются для совместного продвижения, коллаборации, либо просто... Все, блядь, конец видео, нахуй, это говно. Дальше, блядь, не слушайте. Все. Вот, ну реально все. Я сейчас включил, 9 секунд прошло, а я уже хочу сказать, что он долбоеб. Сквады, блядь, которые там Эвелон с бустером в попу долбятся, это отдельные сквады от моего. Сквад был создан не для взаимного продвижения, блядь, крупных стримеров, таких как я, как Лёшка Хардплей. Чё вы за хуйню несёте, долбоёбы? Я для чего, блядь, придумал сквад, идиоты? Изначальная концепция какая была, блядь? Продвижение каких стримеров? Создать начинающих. Создать сообщество начинающих стримеров. Да. Всё, окей. Мы теперь определились, для чего это надо было. Теперь смотрим дальше. Просто для некого обозначения, мол, да, вот мы все тут кореша, вместе идем к развитию и успеху. Сегодня я хотел бы с вами порассуждать о том, как должен выглядеть идеальный сквад на примере провального. Да, я считаю 89 сквад провальным, но это не значит, что я плохо отношусь к Братишкину, наоборот. А то, когда я анонсировал ролик, сотни клоунов начали либо мне писать, ты чего, охуел гнать на Братишкина, либо Вове писать, о, тебе пиздец, там Акривский делает разоблачение. Так что я надеюсь, вы поняли. Не, я как бы знаю, что тут объективно по фактам будут раскладывать. Только, блядь, сравнение меня со сквадом Эвелона — это несравнимые вещи, блядь. Это вообще ни о чем ролик, это вода. Какой, блядь, это не разъеб, это не по фактам. По фактам то, что я проебывался, по фактам то, что я нихуя не делал. Возможно, это по фактам. Это я даже отмазываться от этого не буду, блядь. Но это изначальная концепция, блядь, это вот бустер Эвелон, блядь, каравай, там, Ликс, блядь, и вот эти вот чуваки, там еще кто-то, они, блядь, все вчетвером долбятся в попчанске и друг друга хостят, блядь, очевидно. Вот и все. Тут сейчас просто, он говорит, и удачного сквада на примере неудачного. Неудачный, очевидно, мой. Я же, блядь, брался чуваков мелких, блядь, поднимать, но у меня не вышло. А почему у меня это не вышло? Потому что я это делал, блядь, один из крупных стримеров. Я взялся за то, с чем не справился. Основную тематику ролика. Тихо, блядь, не надо ничего говорить, дай посмотрим. Надеюсь, я уже, блядь, заебал тут говорить, нахуй. Какого-то уёбка наёбщика по типу инсайда и обычную критику, ибо я бы... Наёбка, уёбка инсайда, блядь. Критиковать Братишкина только в рамках нашей профессии. Репортер. Блять, нахуй. Я думал, устал, это про меня, типа, что-то сделали. Я реально устал. Это, блядь, хуйня реклама какая-то. Я думал, типа, устал, типа, блядь, запизделся там, наобещал, типа, и там такой я в конце, блядь, И многие знают, но вдруг кто не в курсе, Братишкин проходил тест на IQ на стриме, и по итогу ему выдало число 89. Классная история. Вот оно прижилось. Когда он тупил, все писали 89 и тому подобное. Бля, хуя тупой, да? Бля, я вот себя сравниваю, ну реально, посмотрите, бля. Это, ну как минимум раз 10 на кнопку апгрейд, блядь, нажали, нахуй. Fuck go back еще пока не произошло, погодите. Хуй, ясно, что с тобой, блядь. Тупо легко, блядь. Как это, блядь, ниже среднего, я самый пиздатый. Бля, ебать, вообще как будто другой человек, блядь. Он решает создать 89-й сквад. Да, он сильно загорелся этой идеей. Поначалу это была открытая группа стримеров, абсолютно любой. Вот, и вот это уже загубилась, блядь, идея. Когда типа Twitch убрал, блядь, комьюнити, все пошло по пизде. Потому что комьюнити, оно добавляло отдельный фильтр. То есть ты мог туда нажать и посмотреть, кто присоединился, и смотреть стримеров. Чисто отдельный фильтр мы сделали. Потом... После того, как нам пришло всем, что типа, уважаемые партнеры, мы удаляем, блядь, эту хуйню, потому что она не нужна. Но вы теперь можете пользоваться, блядь, такой темой, как участник... Бля, как это группа называлась, группа, да? Группа, блядь. И я такой думаю, ебать, а что делать-то нахуй? И в итоге пришлось все переделывать, блядь.
А раньше было прикольно. Кстати, тебе... Ну, а факт, реально, никто не пользовался этим. ...группу на Твиче, и самым интересным людям из этой группы могли залетать рейды от Братишкина. Но из-за всяких долбоёбов, сиська-стримерш и тому подобных, 89-й сквад стал закрытой группой. И так... Нет, он стал закрытой группой не из-за этого, блять, а из-за того, что удалили комьюнити. Тогда открылся набор. Да, с закрытым набором сквад обрел некий другой смысл. Думаю, примерно такая реакция была у начинающих стримеров, которые хотели в него попасть. Ебать, я орался, то очень попал. Бля, это пиздец, дядь. Я тебе говорю, просто вот один рейд, и он везде вообще. Во всех моментах его разобрали, блядь, этого типа. Так он чуть инсульт не словил. Я тебе говорю, он как будто, блядь, вот, я думал, он умрет, блядь, честно. Я читал чат, и все говорят, бля, вызовите ему скорую, нахуй. Сука, минут 10 сидел с открытым ебальником. Обе были вполне адекватны. 50 плюс онлайн. Тихо. Главное, это качественный контент. Нет, качественный контент, блять, это такая сомнительная хуйня, потому что я сам не мог качественный контент делать, поэтому нужно было просто хотя бы адекватно себя вести, блять. Качественный контент. Это стримерша Влада занимает. Ой, блять, пиздец! Чё за хуйня, блять? Это чё? Чё это? Помнишь, блять, что ли? Ебать, нет, вот это, вот это, вот это я не помню, блять. Пиздишь ты, блять. Тихо. Занимается тем, что на своих стримах рисует по своим... Такое, кстати, на Твиче называется боди-арт. Эту девушку принял Вася со словами, ну, ее вот. Хотя бы можно будет выебать. На! На самом деле, это факт. Вы знаете, как мы заявки разбирали? Мы так сидим. Так, говорю, Вася, нормальный пацан, типа, слышь, вроде неплохо делает. Так, тёлка, говорю, тёлка, сидим, тёлку смотрим, такие, блядь, говорит, Вася, ну нормальная вроде пойдет. Да, мы реально так сидели и разбирали, клянусь, блядь, так и было, нахуй. Ну, я не знаю, как по поводу конкретно Влады, типа, что сказал Васян по поводу выебать ее, но примерно вот по такому принципу мы и набирали папу в склад, блядь. Ну, блядь, пацаны, а хули, блядь, нет, ну реально. Когда есть возможность выбора, блядь, почему бы не выбрать пиздатую? Я сейчас не про Владу говорю, а про вообще. Как видите, меня тоже там склад приняли за сисек, блядь. Это хороший друг Братишкина, который, можно сказать, является правой рукой в вопросах сквада. Только основная причина провала в том, что эту правую руку некуда цеплять, потому что в скваде не было головы и тела. Основная проблема сквада в том, что были только идеи и громкие слова. Но когда ты сидишь и говоришь, надо сделать то, надо сделать это, ты должен понимать, что вместо тебя это никто не сделает. Набор прошел, заявки вроде как закрыли, набрали как маленьких стримеров, так и топов. Как говорил Братишкин, топы, которые есть в скваде, это источники трафика. Ну, мол, у них под стримом висит группа 89, да, люди туда сами должны заходить и находить себе стримеров. Мы не заставляли крупников, короче, рекламить никак, потому что я знал, что это не сработает. Даже несмотря, блядь, на то, что, возможно, это где-то сработало бы, но это был бы какой-нибудь один стример, который, блядь, который бы трафик гнал, и все, на этом закончилось. Хес, по-моему, помогал. Хес, он на коллабы даже залетал очень часто. Да. Макс Тинт еще помогал, блять. И Лех, по-моему, тоже чуть-чуть еще помогал. Дальше очень я вам на упреждение въебу. Развалился сквад по большей степени в том, что я заебался. Он до сих пор не работает так, как надо, и он вообще уже не работает. Это чисто просто залупа, которая в описании канала сейчас висит. Это я хочу обратиться к тем, кто к 89-му складу относится сейчас, типа, более серьезно. Он уже в говне. Вы сами съебались отсюда, блядь. Еще давайте, нахуй, 89-й склад, сейчас инсайт небольшой. Вспомним вас, уебков, когда я, блядь, на вас хуй положил. Я на вас положил хуй, когда вы, блядь, в другой альянс съебались, уебаны. Короче, у нас, блядь, малые все набрались, все хорошо, мы нихуя не успевали, потому что вы помните, что мы потом, блять, мы думали вообще будем так делать, потом мы хотели это все к серваку подкрепить, сервака нас кикнули, и все это вместе, блять, в совокупности меня так задизморалило, что я, блять, в жизни не хотел ничем больше заниматься. Думаю, блять, это у меня не получается, то не получается, да и нахуй оно в принципе надо, блять. И еще плюс ко всему, ебаный вот этот вот Кроункрофт, блять, позабирал стримеров, я смотрю, там люди сидят, и у меня просто ебало посыпалось, потому что концепция, блять, того, концепция сквада была такая же, как и у нас. Только при этом обещали денег за рекламу. Но денег за рекламу уважаемым людям, блядь, из 89-го сквада, которые, блядь, пришли в агентство, блядь, сквадское, Кроункрофт, никто не дал, и они обосрались, потому что никто вам денег не даст, долбоебы вы ебаные. Вам наобещали, блядь, хуй знает сколько, но при этом вы продали, блядь, нас. Вы продали 89-й на Кроункрофт и обосрались, блядь. Я увидел, что лояльности у меня нету, и начал забивать хуй с этого момента, конкретно причем. Далее это еще полбеды. Я помнишь, заебался я каждый день, блять, реально клянусь, каждый день. Всплывает какая-то хуйня, все друг друга крысят, блять. Кто-то ливнул там, напиздел за спиной, блять. Ты сидишь
и они это выпукивают, а кому они идут, блядь, по поводу срачи? Вот один поругался с другим. То, кому они идут жаловаться-то, блядь, принимать решение финальное? Вот, блядь, в правилах-то написано не пиздеть на участников, а он на меня напиздел. Блядь, ты такой разбираешься в ситуации, один на другого напиздел, я не лью воду. Я говорю так, как оно есть. Я перекинул управление, блядь, на других чуваков. Потому что я заебался слушать срачи, блядь, по поводу того, кто там, блядь, вот так вот икру, блядь, засветил, кто попу показал, блядь. Это вот очень вымораживает, честно. Я один из тех, кто эти срачи некоторые, скажем, один из тех. Есть еще один человек, который... Еще есть человек Стинт. Стинт еще рулил. Бля, он такие вертухи ебашут, бля, я не знаю. Если бы это все-таки работало. Вова, ты ведь изначально обещал продвижение каналов при помощи коллаб с большими стримерами. Нихуя не пиздешь, ебаный. Пиздешь, блядь. Ну никаких коллаб-то почти не было за все существование сквада. Когда я, блядь, это обещал, нахуй? Что-то я не помню, блядь. Я четко помню, что я самому скваду говорил, что, блядь, пацаны, на крупных стримеров не рассчитывайте, потому что они приносят пассивный буст. Все. Считать от конца 2015 до этого момента. Вова заколабил с маленьким стримером целых 3-4 раза. Это была мафия, которая, по словам людей из сквада, реально... Вот! Вот. Играли в мафию до того, как это стало мейнстримом. Да, мафия, между прочим, Макривский хорошо, что он показал. Мафия была, блядь, у меня на канале задолго до Эвилона, если чё. Да, только он сказал, что ты всего 3 раза это делал. Неважно. Эту идею вообще кто-то из других стримеров протолкнул, а не я. Но мы... Она у нас появилась. А вообще, папа мафии, Мэдисон, это факт. Мы писали, типа, пошлите на коллабу, и мало кто приходил. Было такое, да? А так все приходили только тогда, когда я приходил, дядь. Ты понимаешь, о чем речь? А когда я приходил, слотов не хватало, блядь. И это первое противоречие, это первое противоречие скваду, блядь, что они должны были играть между собой, блядь. Но... Они приходили играть только тогда, когда я заходил. Короче, блядь, сквад посыпался. Изначальное правило. Мы поделили людей на группы, потому что так было логично, блядь. Мы поделили людей, чтобы они между собой объединялись системой автохостов, которую Twitch позволяет. Эта хуйня, как 89-й сквад, очень сильно заходила многим рекламодателям. Но мы не могли, блядь, продвигать мелких стримеров, потому что им было неинтересно это. То есть они приходили только ко мне, блядь, почему-то. Непонятная хуйня, в дальнейшем эта идея работала, что я обещал, блядь, что это должно было быть подключаться так, что пакетное решение, которое приходит рекламодатель, к примеру, он заносит мне бабки, я делаю оверпрайс, и с этого оверпрайса я беру себе свой процент ценник, который у меня стоит, мои деньги, да, то есть себе в карман забираю, а остальной оверпрайс, который я сделал процент повыше, я распределяю между всеми остальными участниками. Раскидываем также рекламу. Ебать, мы 3 минуты посмотрели, 100 часов пиздим. Но 3-4 раза... Перезалив будет охуенный, дядь. Серьезно? Я, кстати, немного охуел, когда узнал, что Хесус очень часто соглашался коллабить с маленькими стримерами. Да, да, ну, да. Не ожидал, что сказать. А ведь это дает понять только то, что чел, который, по твоим словам, должен был просто давать трафик, тоже был не против играть по правилам сквада. Но так это единственный случай, блядь. Единственный нахуй. Романова до сих пор рейдит ребят из сквада. Ты недавно говорил, что Эвелон с Бустером придумали охуенную схему с рейдами друг друга, которая позволяет им ебать. Вот, блядь, и он сравнивает опять. Вот. Я не сравнивал, если что. Я просто сказал, что это другая тема, и она охуенная. По онлайну. Но ведь это мог быть ты. Эвелон расскажет. Блядь, я не мог быть этим человеком, блядь. Потому что ты долбоёб. Концепция другая была, блядь. Эвелон, нахуй, и Бустер, я еще раз объясняю, для всех, блядь, хостят друг друга, блядь, взаимовыручка, нахуй. Этот заканчивает, тот начинает. У того, блядь, охуевшие цифры. У этого охуевшие цифры, блядь. Вот они вот так друг другу хостят, блядь. И там еще 5 человек в промежутке находятся. Поэтому у всех там приблизительно охуевшие цифры, блядь. Я взялся за малых, ёб твою мать, блядь. Открыл Бустера, он помог ему двигаться в правильном направлении. Вот. Но ведь ты также мог раскрыть кого-то из сквада и создать нового топ-стримера. Взять условно Пестрова, этот человек... Блядь, да... Это человек, который пердит, рыгает, блядь. Придумал чихпу. Он умеет чихать и пердеть одновременно. Да, блядь, он кашляет, а не чихает. Нет, тихо. Ты этот момент не смотрел, погоди, тихо. Человек придумал чихпук. Он умеет чихать и пердеть одновременно. Блядь.
Даже она так тоже умеет. Я не знаю, за такое открытие он минимум заслуживает 20к онлайн. И тебе спокойно заслуживают такие рейды. Это, конечно, рофл, но ведь подняв какого-то стримера, ты мог получить такую же выгоду. Тем более, когда у людей была мотивация. Да при чем здесь, блядь, такую же выгоду, нахуй? Он реально сравнивает, блядь. Если вы, блядь, тупые и не понимаете, что это сравнение, блядь. Вот, а нахуй вел он так сделал, а ты так не сделал? Вы тупые, блядь. Вот что я могу сказать. Мотивация ебашить. Они ведь были уверены, что это их шанс. Но по итогу что они получили? Приписку 89-й сквад под стримом. К слову, многие участники 89-го уже дом... Синдикат. Но перешли в другой сквад. Но ты, скорее всего, даже этого не заметил. Кстати, блядь, за эту хуйню. Че это такое? Че это такое? Хуй знает. Ну там, вот, смотри, там сидят, всем сидят все эти, ну, наши. Короче, каминг-аут сегодня. Сегодня расформировываем весь состав, блядь. Я безработный, блядь, пиздец, за сюда. Да, дядь, типа, оно тебе нихуя не давало, блядь, ну честно. Чё толку-то? Не, почему приписка, давало, но я и сам проёбывался. А, короче, мы подумаем еще над тем, как это будет работать, блядь, но вот эту хуйню, которая сейчас имеется, блядь, в описании моего канала рядом, блядь, с категорией справа, да, этой хуйни больше не будет. Так что, блядь, типа, ну, а потому что говно. Потому что говно ебаное, вот что я могу сказать. Нет, серьезно, тебе настолько похуй. К чему тогда мерч 89? Что это? Так это, блядь, это нахуй вообще не связанная хуйня, блядь. К чему мерч, блядь? Причем здесь мерч, нахуй? Это вообще, блядь, не для нахуй искупать. Блядь, ты че, ебан, алё, Макривский, блядь? Ты шо, нахуй, все в одну кучу-то хуячишь? Чем это связано-то, блядь? Это просто одно название, не более. Ты по 3 секунды. Это надпись на футболках, которые будут покупать люди. Что для тебя 89? Я думаю, одна из основных причин такого результата сквада в том, что ты берешься за слишком много дел одновременно. Факт, кстати, реально факт. Вот это, блядь, даже ничего не скажу, это факт, блядь. Не, ну серьезно, Майнкрафт сервер закрылся, сервера ПКС загнули. Бля, ну вот тут он уже типа не знает, о чем говорит Васян. Это факт. Ну типа, бля, со стороны может быть, так, да, но все же знают, блядь, тут не нужно было далеко копаться, почему серваки закрылись. Гнулись, раз, закрылся, сервер по GTA вышел на финишную прямую еще в мае 2019 года, блядь. А мерч был на Да, горит, да, жопа, горит жопа. Ну, меня, понимаешь, у меня горит по GTA, потому что, типа, блядь, ну я этим занимаюсь, блядь. Типа, у меня, блядь, тоже горит жопа, пиздец, потому что слышу звон, не знаю, где он, блядь. По GTA недели две назад, да, мы как бы, сколько, три, нет, может, три даже. Блять, мы все сказали, как обстоят дела. Поехали дальше смотреть. Еще в ноябре 2019-го. И да, конечно, когда у тебя под руками миллионы проектов, сквад становится нахуй ненужным. Это факт. Это реально факт, я, блядь, ничего говорить не буду. Когда Вова узнал, что я делаю ролик, он на стриме примерно 2 минуты поговорил про сквад, и все бы могло закончиться на этом моменте. Ну, причина распада, она простая, блядь. Никто нихуя не хотел делать, вы все долбоебы сами. Я просто говорю, что... Примерно так я сказал. Я долбоеб, который не справился с задачами. Это он, кстати, нет, он еще, наверное, ставит. Я там-то четко говорю. Вот и все. Но дальше все пошло хуже и хуже. А потом меня просто заебало, Вася не даст соврать, нас заебало, то, что какие-то срачи вечные, блядь, появлялись, кто там... Я вам то же самое, кстати, сейчас начал говорить, в самом начале. Я не понимаю этого, неужели срачи это настолько большая проблема, которую... Бля, ну ясен хуй, когда ты поднимаешься на срачах, блядь, для тебя проблем нет, когда ты ничем не занимаешься, блядь, а когда ты нахуй стримишь, блядь, каждый день нахуй, я не могу, блядь, по 500 раз, блядь, сидеть... Здорово, внизу еще, прикиньте других. Других, блядь, давай. Вы что, все пришли, блядь? Поменяйте Рому просто и все. Зачем его слушать просто в аду других людей, которые тут не участвуют? Ну так то есть, вот, блядь, Вов, тебе будут задавать прямые вопросы, ты просто вкидываешь хуйню какую-то, прямо. Давай, блядь. Ну просто вкидывай мне хуйню. Просто... Короче, давайте подсосы замолчат нахуй, понимаю. И бабка с Вовой просто поговорят. Понимаю. Договорились? Ауф. Смотри, про крупников, это бы 100% сработало, вот 90%. Точно такая же хуйня была у Бустера, у Каравая, они были ноунеймы. Снова сравнение, Каравай, блядь. Нет, да какая разница, просто. То нет, большая, я не Бустер, блядь, и я не Эвилон, я еще раз отвечаю. Ты это записал? Извините, ребят, простите, вы сейчас обсуждаете, ну, то, что уже как бы не имеет значения абсолютно, это мусорная информация. Обсудите именно Кики, то, что как раз-таки бесило Вову, он сам это сказал, в первую очередь. Вот, смотрите. Про кики. Кики у нас как происходили? То есть мы кикили не активов и тому подобных. То есть кто нарушал правила, кто чем занимался, кто был неактивным вообще. То есть мы как у нас создавался сквад? То есть в чем у нас была суть? То есть мы изначально, Вова создал сквад, было 80 рыл, и мы кикили тех, кто неактивный, в принципе, вообще в ноль. То есть мы сделали все таблицы, мы сделали тебе все. Просто ты сидел такой, блядь, какого хуя вы заходите и пытаетесь мне что-то сказать? Мы за тебя делали работу, и ты говоришь, вы заебали меня. Ну да. Так если бы ты, да, этим если бы ты этим занимался, ты бы еще в два раза больше заебался, чем мы. Потому что ты и так, типа, ничего не делал, по факту. Ну, сейчас без никаких там предъяв и тому подобное. Ну, ты реально ничего не делал.
То есть тебе все приносили, всю работу, ты такой сидишь, ну... Скажи, вот твоя работа, она работала вообще? То, что ты придумал? Да, мы работали. Да? Все, что да, мы ты делали, уверен? Работало. Ты уверен? Да. Да. Косты не кидали, блядь. Ты ко мне пришел плакаться, блядь, что та тёлка тебя заебала. Мы, блядь, с Васей подумали, что какая, ты ебаный сексист, тёлка? И кикнуть первее тебя надо, блядь. Ты каждую бабу, блядь, хуесосил какая? В нашем складе, блядь. Каждую, абсолютно. Это факт, это факт. Ты не хочешь оправдаться? Ты приходил каждый раз и пиздел на всех вообще, как кто тебя не устраивает. Этот накрутил, баба тебя заебала, блядь. Я заебался нытьё твое слушать. Изначально я придумал, блядь, эту тему с сквадом, блядь, микроскладом. То есть вас поделили на команды, блядь. Я дал эту задачу, блядь, Адаму. Ну, да, ты, блядь, ты никто был, блядь, я тебя не ставил на главенство, ты подсосался, да, блядь. Разница? Ты подсос. Ты подсос Адама. Окей. Адам, блядь, человек, который окей, простой. Адам, я тебе говорю по факту. Адам все сделал, и к нему уважение, блядь. Ты кто? Я не ебу. Ты подсосался просто. Ты понял, что это выгодно для тебя. Позови Адама. Адам сейчас... Адам просто, блядь, будет говорить, что... Бля, я про... Адам слишком добрый человек. Ему можно накапать. Ты агрессивный. Я не агрессивный в данный момент. Ты агрессируешь. Ты ни одного по факту не предъявил вообще. Ни одного, блядь. Блядь, потому что вы перебиваете каждую минуту, чувак. Кто перебивает? Ты перебиваешь, я говорю, ты просто начинаешь, блядь... Ну ты подсос, ебать, слышишь? Ну так и есть. Ну нет проблем, я просто сказал. Давай, говори. Сейчас, в данный момент, мы говорим про твои проблемы и твои проебы. Давай. Момент. Смотри, дальше. Ты говорил то, что просто забил. То есть ты обещал какую-то там рекламную кампанию, то есть рекламное агентство, правильно, как ты говорил? Да. Ну, твои же слова. Да. То есть я хотел сделать рекламное агентство. Да. У тебя был Коля, который ну вообще ничего не делал. Ну серьезно. Коля не мог вас продать, к сожалению. То есть ему все писали и тому подобное, Коля ничего не смог сделать, вообще ничего. То есть люди, конечно же, понятным делом, если есть профит какой-то, они могли пойти в этот кроу-крот, потому что, ну от него есть чё? Какая-то перспектива. Там что, была перспектива какая-то? Что-то получили там люди? Перспектива там была. Перспектива такая же, как у нас. Да, типа, то же самое, лапшу навешали в формате, блядь, письма нахуй. И они такие, ой, давайте назад вернемся, блядь. Прикольно, переобувочные. Влетели, а чё мы Кроу-Кроу только вспоминаем? Давайте кружок еще вспомним, блядь, как диктор нахуй. Чел просто захотел сделать свой именно сквад, именно с более... И туда опять же, блядь, съебались люди. И где, чё, сейчас что? Вот этот сквад? Что, диктору что, похуй? Что? Нет, тут так выставили диктора, что он создал, блядь, так ему похуй. Ему просто было похуй на сквад, потому что он хотел более годных челиков. Он больше топил за тех, чтобы именно были какие-то мелкие стримеры. Диктор наоборот же... Короче, объясняю, смотри, на твой вопрос. Я понял, куда ты клонишь, что я нихуя не делал. Схема изначально, которая была придумана, она не работала с тем, что половина, блядь, стримеров, которые были в скваде, не хотели кидать друг другу взаимохосты. Да было это, просто понимаешь? Не было этого, не было. Тот же Кроули, который был, блядь, говорит, я не могу, блядь. И еще дохуище челиков такие. Все, типа, ты главный, ты пришел, дал по шапке. Все, в чем проблема влететь? Ты главный, Вов, не забывай об этом, то, что ты главный чел. У тебя, ты главный двигатель сквада. От твоего имени создан сквад. 89 сквад. Ты влетаешь, говоришь, блядь, Кроули, какого хуя ты не хочешь хостить? Не нравится? Съебал. Все, проблем нет. Ну это справедливо, да, я считаю, да. Так, бля, давайте смотреть нахуй дальше. Это мы 5 минут только посмотрели, алё, ребята. Я блядь. Просто увидел то, что вы уже 2 часа стримишь, а видос 5 минут идет. Да, блядь. Окей, почему ты не мог это остановить? У нас были такие правила, потому что они не работали на Твиче на тот момент, что нельзя жопу показывать, нельзя вот вызывающе как-то выглядеть, блядь, вот это все. Но это ж факт, правильно? Это ж факт? Было такое? Заебал, да, мы уже наши внутренние правила, блядь, типа раз отвечаем. И мы всех хуярили налево-направо. Стоп! Если у вас были такие правила, тогда почему вы берете со словами «Ее можно выебать» стримершу Владу, который каждый стрим сидит? Васян, а ну поясни, слышь! Блять, это знаешь, эта фраза, это самое, прошедшая через кучу плохих телефонов. Изначально фраза звучала по-другому. Ну ничего такая, ебабельная. Но в итоге Патриевского донесли, ее можно выебать. Это вообще пиздец, да? Типа вырезано просто из контекста, блядь. Но мы реально, типа, симпатичных набирали. Да, типа, смотрели на симпатичных, нет ли зашкваров по поводу сисек жоп, блядь. И что за контент? Серьезно, кого еще будут смотреть? Симпатичных будут смотреть. Так и набирали. Вы поймите, что Вася 34 года, он холостяк. Тут прям, не знаю, так за уши притянуто, ну похуй. Полностью голая. С такими же словами берете няшу-кудряшу. Да, блядь, ты взял Хейли после того, как она шкварилась и сосалась за деньги с ГТФ-баи. Это могло бы работать дальше, но все думали, что вот они зайдут, у них будет по десятки тысяч онлайна. Блять, ну пацаны, ну извините меня, надо что-то делать для этого. Так рофл в том, что участники и делали для этого все возможное. Бабка Мёрдер, Адам, Бродила. Блять, бабка Мёрдер, блять, ты ему занес нахуй, я не пойму. Да, $1 000 000. А нихуя, у тебя столько есть вообще?
У меня все вопрос. С кем ты последние две недели, нет, месяц общался больше? Помнишь, как ты с Фрутиком постоянно его снимал? Ну, наверное, с Ромой. Все понял. Блять, я теперь понял, откуда ноги растут, ебаный, ебать, нахуй. Хорош, Максим. Ну, блять, я понял, ну, например, бабка Мёрдер, блять, чисто первый такой. Ну, если б я общался, ну, например, братишкин там. Сори, чел, не смешно, ты нахуя нас заложил, блядь? А, сука, блядь, по-любому нахуй ты, я вот уверен. Я, блядь, если чё, мент-прокурор, я тебя проверил в первом кону, блядь. Делали таблицы, продумывали группы недели, по которым пойду... О, блядь, числова нахуй! Бог никто не хотел рейдить, предлагали за коллабы, на которые никто не хотел приходить. Кто ничего не делал? Топы? Вот топы, да, а хули им онлайн есть, откуда им брать мотивации что-то делать? Тем более, они же висели для трафика. Ты также никак не продвигал, похуй, не ходил на коллабы, но анонсы в паблике с охватом 1000 людей, серьезно, очевидно, это ничего не даст. И после этого говорят, что никто ничего не хотел делать. Я говорю, надо хостить друг друга, вас поделили на ком... Надо хостить. Этот не хочет. Обрати внимание на это, блядь. Потому что он не хочет, блядь. Но основное внимание я уделяю. Да-да-да, все. Ты создатель, ты главный, как ты... Бля, во-во, бабка сказала. Так и будет. В смысле, блядь, не хочет? Скажи помириться. Блядь, ну ёб твою мать, блядь, ну бабка нахуй, он с твоих слов записывал, или ты с его, блядь? Кто, сука, блядь, из вас нахуй? У меня, блядь, все, что он спрашивал, это два тезиса. Было и было, все. Он мне два вопроса задал, я сказал, да, все. Вот, сука, блядь, ты. За 33 серебряника, бабка, блядь. Да. За бесплатно, блядь, два раза даст. Не хочет? Тогда пошел нахуй. Зачем в складе конфликты? И даже но если они появляются, просто, то только ты можешь их пресечь. Блин. Но я так подозреваю, что все началось еще с момента набора. Не, ну серьезно, в складе полно таких людей, которых по умолчанию не должно быть в коллективе. Один наебщик, второй накрутчик, третий абузер, четвертый сосется за деньги, пятый сливает переписки из склада, ее кикают, она делает стрим, какой склад уебищный, и через время ее... Ай, блядь, это я даже знаю, в кого это, блядь, кто это... Да. Возвращают обратно. Я считаю, что изначально от набора в сквад вы должны были брать людей, которые готовы работать друг с другом, которые готовы общаться, коллабить, рейдить друг друга. У нас целая, блядь, большая... Опа, это откуда? Мы рейдили. Ну это ж Макривский, блядь, это ж... Даже бабка говорила, что он делал график рейдов, и все рейдили. Только вот сейчас, спустя даже время, даже сейчас, кстати, спустя время, рейдит Романова и Нелли, когда они, ну, свой же блок, хотя уже всем похуй. То есть до сих пор ну, это типа, работает. Надо стая и дружная нахуй семья, блядь, по факту. Вот, ну не семья, это я образно спасибо сказал. Спасибо за подписку, блядь. Большая, огромная команда, дружная. И если какой-то уёбок будет открывать свою пасть на других участников, блядь, это будет разлад полностью, понимаешь? Это будет говно, которое ты, блядь, на улице... А это с какого года вообще вытащено? Говно, когда ты, блядь, поругался с девочкой, она против тебя весь класс настроила, блядь. Это вот это будет. Этой хуйни не должно быть. Если ты начал это делать, пошел в пизду. Вот. Ну почему такой братишкин был только в начале? Куда делся тот начальник? А потом что-то произошло, блядь. Хуй знает, как назвать, который глотку готов был вырывать за конфликтом. Я бы сам после таких слов боялся бы ебало на кого-то открывать. Но что есть, то есть. Сквад умер, не успел родиться. Ебать пизнул, конечно, ауф. И последнее, что хотелось бы затронуть. Если вы известный, либо малоизвестный стример и создаете свой сквад, в который люди сами хотят идти, соизвольте выстроить хорошую коммуникацию между своими коллегами. Спустя небольшое время Вова забил хуй на общение со сквадом. Банально, в конфу стримеров он писал раз в месяц, в личку дописаться невозможно. Вот, блять, ну кто, сука, крыса ебаная, бабка, блять, ответь мне нахуй. Кто, блять, крыса, нахуй? Ну, типа, мне задали два вопроса, типа, да, все, да. Откуда, блять, он это все знает, если первое правило сквада не сливать переписки, блять, долбоеб? Ответь мне нахуй! А кто сливал? Ответь мне нахуй! Кто, блять, это? Я сливал переписки. Я сливал переписки? Откуда, блядь? А откуда он это знает? Ну мы типа сидим, общаемся, типа, бывали какие-то вопросы, блядь, за... Ну вот, сука, всех заложил. Короче, кто-то скрысил, блядь. Соответственно, кто-то... тормошить Макриву. Давайте просто позовем Макриску, в чем проблема? Это будет намного лучше, чем просто гнать. Давайте попробуем, но он же, блядь, по-любому не придет, или что-то типа того. Алло. Ты чего ржешь? Давай за вами мемно наблюдать, 2 часа сидишь, блядь, пицца кушаешь. Ты реально 2 часа сидишь, блядь? Да. Так это же типа его ролик. Слушай, нет, типа, в любом случае, ну, ролик по факту, это факт. Но тут просто некоторые аспекты всплыли, очень интересные, поэтому как бы, блядь, весело очень. А я могу прям заложить? Ну ты можешь заложить, но уже смысла нет, потому что мы уже поняли, кто это, скорее всего. Закладывай давай. Да не, просто, ну, как минимум 3 человека было, которые мне... Ну, закладывай. Ебать, скажу, не поверите.
Татьяна Фабай, блядь, или что нахуй ты сейчас скажешь? А Матвей, ты тут? Матвей, сука! Пестроп, сука! Это нет, ты срофлил сейчас или нет? Погоди. Трофл. Да не, ну по сути, да я же нихуя такого не сказал, по сути. Да нет, просто тут... вопрос, мне отвечали. Ну, я у Матвея что-то спросил, мне Матвей что-то... Что-то сказал Жожа. Ой, бля, пиздец, весельщики, нахуй. Я к тому, что там не было таких вопросов, типа, ой, блядь, слей мне переписки, я же ни одной переписки, там ничего не вставлял нихуя, типа, я просто спрашиваю какой-то вопрос. И мне... Суть в том, что, понимаешь, типа, это такая тема, которая должна была остаться внутри сквада. Короче, людей, локалка, там... понял? Это ж, ну, это ж правило, да. Ну, сквада-то нету, ребята, блядь. Ну, да сейчас нет, понятно, нет просто интересно, блядь, вот и все. Просто, понятно, что сейчас типа... ничего нет. Я разговаривал там, типа, с людьми сегодня, когда ты увидел, и мне было похуй, что слили и так далее. Я просто спросил, нахуя вот эта информация, типа, кому-то как-то передалась? Она была внутри сквада, и она должна была остаться среди там. Ну, типа, кто-то ушел, кто-то не ушел, вообще похуй. Типа, она просто должна была остаться среди нас, и никто не... Короче, сквад должен был умереть, забрав с собой, блядь, все диалоги, вот так. Ну, типа того. Как Титаник, реально. А у нас всегда, видишь, Макривский, у нас проблема всегда была в том, что всегда кто-то что-то сливал, вообще всегда. Бля, вам надо было меня позвать. Если бы не было, то Макривских не было бы существовало. Да ладно, не, ну типа, блядь, окей, засрал нормально, блядь, мне понравилось. Так даже не было, блядь. Я, короче, два раза в ролике сказал, типа, я нормально к братишке отношусь. Это предъява чисто, ну, как критика, и все равно люди пишут, ты охуел на братишкина лезть, да ты заебал. Это все потому, что он тебя в Майнкрафт не взял, да, блядь? Да, кстати, это изначально из-за этого. Мафию убил. Да, и я не понял единственное, что, почему, блядь, все-таки ты сквад сравнил, блядь, с Эвилоном, я вот этого не допер. Да не сравнивал я, ну, в смысле, ты смотри, ты говоришь, я говорю о том, что Эвилон увидел, ну, бустера, который был ноунеймом, по сути, и он начал в него, то есть он начал его продвигать даже не по онлайн, он его раскрыл. Бустер был всратым, он сидел всратым, Эвилон его раскрыл, он стал как-то но открываться. У нас же, орать, видишь, а у нас же человек 30, человек. Тут один человек, ну, да. Один, а человек. Кто из этих 30 людей стал известным? Ну, грубо говоря. Ну, бля, есть, я не знаю. Лучше, может лучше сделать одного. Слушай, ну это, слушай, это просто единичный случай, наверное, бустер, вот и все. Ну там и харизма, там и все выводит. Да, 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 типа там слишком просто там было. Уже свое. Самое главное в этом случае, мне кажется, вот дохуя нас собралось таких дядек, мне кажется, самое главное в этом случае сделать правильные выводы пиздатые, ну именно по миру это все дело, блядь, закончить. По миру не, ну, закончить. Если так никто и не срался, блядь. И да, даже да, после да, ролика да. Никто и не срался, блядь. Макривский сидит тут, я нормально к нему отношусь, блядь. Боже, нахуй. Бля, ну ебать, мне такой, Вован, ну тебя там разъебали, Вован, я тебе так скажу, блядь. Мне нахуй идея. Я такой, где, блядь? Я думаю, ну-ка приду, блядь, посмотрю, нахуй. Я даже до конца не досмотрел. Скажи, что там в конце? Есть смысл досмотреть или нет? Там уже ничего нет больше. Да, там все, блядь. Там, ну, я рассуждал, как должен выглядеть склад. Ну ты чисто, бля, молодец, умница, да, ёпта мать. Чисто, блядь, хотите... эталон того, как должен что-то, блядь, я сейчас вам нахуй расскажу, как что должно выглядеть, пацаны, сейчас. Не, ну я просто предполагал. Блядь, самое главное, это коммуникация, то есть люди, которые... Но мы уже поняли, да.